приглашаю заместителя директора музыкального колледжа имени Прокофьева Елена Троицкая. Пожалуйста. Здравствуйте, доброго дня всем. Я очень рада, что нас с вами объединило уже очень давно. Маленькая, громкая, совершенно бесстрашная женщина. Она давно пригласила свой друг друга. У нас были очень теплые отношения. Я ее знаю вообще очень давно, мы были одноклассницы. А то, как она относилась к нашим ребятам, что делала, ну, можно фильм снимать, можно книги писать. Она для всех стала мамой, мамой, бабушкой. Она видела своих. Она прибегала к нам, ага, Рафат. Айдар, Айдар, и откуда? Из Ульяновска. Почему татарский не учишь? Приходи, я тебя научу. Почему дома не говорят? Маме напишу. Приходи, порешай, накормлю. Это было бесконечно. Она приходила к нам с лекциями, она рассказывала о татарской культуре, о татарских писателях. Мы с радостью выступали. Нам уже очень ее не хватает все, и будем не хватать. Но я надеюсь, видя вас всех, и мы будем помогать. Я очень хочу, чтобы ее большое, огромное дело, которое начала, Дом дружбы, процветал, крех, собирал еще больше людей. И от нас небольшое такое музыкальное приношение. Вам всем, и, конечно, память Кандира. Спасибо. Спасибо, Елена Троицкая. На сцену приглашаем ученика из музыкального колледжа Петр Ильич Чайковский. Песни исполняет Игорь Павлов. Кларнет за роялем Мария Павлова.